Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». И рубрика «Посылка от подписчиков». Шариф, твоя посылка все-таки долетела. Потерянная. Кому интересно, можете посмотреть. Сколько летело? Много летело. Можете посмотреть в описании. Там я выложу распечатку, сколько она летела. Тут приклеили какой-то акт. Акт. Сейчас мы прочитаем, в связи с чем она так долго задержалась. Штрих-кода на ней даже нет. Штрих-кода нет. Вот это что-то переклеено тут. Скотч, по-моему, переляпанный. Акт составлен в Московском региональном АСЦ. Это что это? Сортировочный центр какой-то. Угу. 12 сентября 2019 года о том, что при автоматизированной сортировке на почтовом оборудовании обнаружено почтовое отправление без ШПИ и адресного ярлыка. Форма 17. Вот почему переклеивали. Для восстановления адресной информации обезличенное почтовое отправление передано в КСУ. При наружном осмотре и проверке вложений оказалось: упаковка гофра оклеена скотчем с логотипом УФПС Московской области с доступом вложения. В посылке пересылались рыболовные снасти, мешки для мусора. Фактический вес 9180 кг. Постановили почтовое отправление передать на ответственное хранение до возникновения розыска. Ну вот Шариф подал в розыск, и отправление нашлось. Смотрим, какие там Шариф у нас снасти рыболовные прислал. Чаты вот они, конечно, посылки. Че? Ну, вообще, да? Это что это? Почта, конечно, России. Конечно, они же перепечатывали ее. Скрывали. Я же тебе говорю, что два скотча не им, им может быть. Ну, вообще-то крышка здесь. Так что, Шариф, смотри, пропало, что не пропало, раз перепаковывалось. Вес-то отходит. Вес отходит. Ну, вместо веса можно кирпич доложить. Ну да. Бывало и такое. Так, держите коробку. Угу. Что это такое? Сеть какая-то. Сеть? Это садок, походу, на лодку. Что это такое, я не пойму. Ну-ка, Витя, растяни. Что это такое, я не знаю. На сеть не похоже. Нет, что-то пристегивается какая-то. Типа и полки что? Какой-то. Вот они вот так вот сомкнуты были. Да нет, это... Кто себя плохо вести будет? А это для Вити выключатель. Я думала тебя бить. Ну, Виктор, твой размер. Видишь, какой удобный. Налима в гушечке. Ага. Да это полка куда-то подвешивается. В палатку, может. Витька, гамак тебе. Мешочки всегда нужны. Комнате, да. У нас на стройке эти мешки улетают просто в путь. Это новая сетка на этот. На подсак на наш. Да? Мы же порвали, щука нам порвала все. Мне кажется, и этот. Ну, это такая же, да? Да. Это еще и тоньше. Ну, посмотрим, заменим. Ой-ой-ой, все порвалось. Ну ты че? Ё-моё, тут стружки порвались. Ну ладно, да. Давай как-нибудь. Это крючки. Поводки. Крючок. А, нет, показалось, что крючок сломал. Поводочки, крючочки. Это, видать, кидали. Вообще капец как. Это Шариф сам крутил, видать, да? Наверное. Ага. Ну, ему в этом еще поучиться надо. Здесь положим. Ладно, Шариф, потом пообщаемся насчет этого. Не докрутил ты их. 100%. Но спасибо за труды, конечно. За такие. Сам понимаю, как это долго все делается. Так, а это, наверное, сам перемет, да? Наверное. О. Но тут их не один. Ну.
Ага. Два. Вот такие вертлюги он сделал, самодельные. Самодельные? Да, вот это самодельные. Вот ну, такие делает, что ли? Вертлюги? С чего-то выпилил. Видишь? Ну. Вот это нормально. Угу. Вот это прикольненько. Тут же вместо бусинок вон что использовано. Угу. Вместо бусинок, ну. О, о, сики, Витя. О, понял, о, рыбу. Рыбу кидать. Это, где, это а что ты на лодку можно прицепить? Карасей, когда рыбачим, чик туда их вместо мешка. И пускай плавают за бортом. Точно. Что, я не знаю, что такое. Может, крючки вытаскивать, нет? Я без понятия. Напишет, подскажет. В комментариях напишет. Так же, как вот это. Вот это классно, вот, ага. Под карасика. Угу. Ну тут, ребята, все повысыпалось. Ой, я сюда все на харюза потом собрать. Давайте пакет какой-нибудь. Вон пакет. Надо целый кости. Тут все высыпалось. О, они, наверное, перемешались теперь, да? Ольха. Я не знаю, вон видишь что? Ёлки-палки. Это для коптильни. Костя, подожди, подожди, подожди. Вот пакет в него собирай. Вот это вот. Держи это, нитки. Вот эти. Почта России. Почта России. А тут, наверное, одни стружки. Супер перевозчик. Ну, конечно, стружки. Не, то, что от одного. Давай. Отошли. Ой, Витя, упала. Мама уже на судок напала. Это что? Что там? Ты что выбухнул? Массив! Да, да ты чё? Да. Интересно, как... Рубрики готовим просто не будет. Почему не будет? Да, везде кетчуп добавляют. Скоро-то будет на новой плите. У нас такого кетчупа не продают. А он интересно вообще... А, вот такой есть. Mm-hmm. Это какой-то сырный соус. А вот такого нет. Кетчуп с аджикой и кумином. Кетчуп, пряные травы с кинзой. Mm-hmm. Срок годности. Люди запомнили, что ты его везде добавляешь. Давай вот так. Так Витя его тоже хорошо ест. Да. И Света тоже его точит. Это ты у нас не ешь кетчуп. И с рисом пахнуть можно. Щепа для копчения. Ага. Это, Костя, вот это ольха. Угу. Пакетик купил. А это что, тоже ольха? Это вообще, кажется, прикормить какая-то. А, нет, для копчения. Вишня? Угу. Галочка стоит. Мы, кстати, в тот раз коптили же себя с вишней. Прикольно же получается. Диски на болгарку, что ли? Да? О, недавно пачку покупали. Отрезной круг камень. Ага. Вот спасибо, надолго хватит. Отрезной. А этих шлифовочных нету? Отрезной круг, отрезной круг. А, вот это толще, тут потоньше, это да? Это на болгарку? Да-да-да. Папа. У нас только одного диаметра продается. А кто-то смотрел наши видео. Это толстый, у нас... Поводочки. Что это? Опа, стальные, Витя. Mm-hmm. Кайф. Я жаль... и говорю, кто-то смотрел наше видео. Да, видимо, Шариф наблюдательно смотрел наше видео. НПО кедр. Жаль, лето закончилось. Теперь кедр. Для копчения мясо, рыба, яблони. Яблони. Что, я таких пачек не видал в городе. Яблони, вишни. Ну, это где-то ольха. Нифига, давай ольху положим. Да, Настя. Нифига стружки. Ольха. Теперь в лес ходить не надо. Вообще. Вот еще есть. Сколько? Жаль, что рыба закончилась. Рыба-то груша. Есть в ларе. Достал, груша, покоптил. Груша. Груша. Ну еще. Грушка. Ольха. Так,
Положи, Шариф, смотри внимательно. Куда? Не пропало ли что? О, такая железная штука у нас есть. Это которая не работает? Да она работает, она просто неудобная. Ты что? Не знаю, мне. Червяки. Проще щуку по башке бабах, а потом так достать. Что это такое? Черви. Опарыши. Живые, что ли? Ну, наверное. Да ну, это искусственные. Да? Да. Искусственные, да. А это что, да? Черви. Ага. Ладно, распечатывать не будем. Зимняя насадка. Вон, смотри, они прям в этом, в майонезе в каком-то там. Ну, ароматизатор. А это что? А это мотыль. Что? Мотыль, ага. Ну, я на такого вот пробовал, у меня была баночка. Но что-то безуспешно прям. Это я не знаю, что такое. Пакет какие-то. Нет, это не пакеты. Думаешь? Ну, я вижу, что это не пакет. Что-то а, что-то завернуто в ней. Оба. Оп. Напильники, камушки, ага. Камушки, крючки. Это специально для крючков, да? Крючки точить. Мелкий камень. Приправы. Это? Ну да, вроде. Что смесь там? Для вкусной сельди пряного посола. О, селедку мы уже давно посолили. Но не пряно. О! Ну, зажим. Разжим. Зевник. Чё ты? Я не знаю как. Вот так, видишь. Нави. Раз щука типа пасть раскрыла и ковыряйся у нее там. Угу. Как дантист. Резина. Вот. Угу. Съедобная. Угу. А окуньков, видите? О, на хорька. Зимняя. Это на харюза. Вот еще. И вот тоже. Такой ядовитый цвет он не любит. Вот такой? Ну и такой тоже не особо. Вот этот зелененький еще подходит, а... О, вот этот. Что ты любишь? Желтый не очень. О! Опа! Нифига себе. Блесенки и мормышки. Вот это уже к сезону, сезон подходит. Да, тут заготовки для всех времен. Да, да. Нитки маленькие. Угу. Да, я измотаю. Тему все. Хочешь? Нитки косо раскрутились. Угу. Попробуй ниточки. Поводки крутить. Нет. О, резинки кивиш. Да это этот, кембрик. Нет. Термокембрик. О, карабинчики. О, на перемет большие. Тоже карабинчики сезона. Всякие разные. Ну это крупные крючки. Для перемета. О, вот такие крючки. А, это типа офсетного какой-то, да? Угу. Вон, видишь, как сделал? Ага. Загнут для резины. Вертлюшки, карабинчики. Угу. Руки заговорили. Ничего себе наложил. Куча, ага. Где-то, вон, что-то порвали. Большие упаковку, карабины. Видишь? Ага, что-то разлетелось. Угу. Что это такое? Типа фидера какого-то, что ли? Что-то сюда наживку, видать, наживляешь какую-то. Налипониваешь. Угу. Выглядит практически как фидерный. Угу. Крючки чуть-чуть крупноваты. О, вот эти вот нормально, само то. Как, он, вообще большой. Как у них номера понимать я даже. О, кобра. Не знаю. Здесь? Непонятно, какой номер. Ну вот, тоже. М? Вот это тоже, видишь, крупноватый, толстый. Он сам подтачивал их уже. А вот кобра, папа, у нас такие есть. Это потоньше, ага. Вот эти получше. Размером. А там что? Будешь это, китов ловить. О, нифига себе, крюк. Абордажный крюк? На трофейного налима. Вот, смотри. Ага. Тоже. Тоже, ага. Штучки какие интересные. Че это? О, за место бусинок делать. Ага, наверное, что-то он сделал на этот, на перемет крутилки. Самодельный, видать. Угу. Ну, карабинами тебя запасли. Карабинов тьма тьмущая. Во, кольца заводные есть тоже. А? Кольца. Ага, вот кольца. Вон кольца. Где-то были. Вау, какая куча.
Вот колечки. Другие карабины. Ну, они все разные. 110 кг. Вертлюжки все разные. Да, это на кого вот сама проверка. Это что-то откуда-то вышло. Все прям напрочь затарены на зимнюю рыбалку. На Налима. А вот это для чего? Это вот. Вот видишь. Крючок, видишь, привязан. Чик, вот эту вот кембрик одеваешь. Зажигалкой подплавил, он его раз зажимает. Для укрепления. Чтоб ничего не торчало. Да-да-да. Фух. Огромно, да? Вообще. Да, запас. Запасище, а не запас. За тарелки, да. Спасибо огромное, Шариф, еще раз. Ну, не знаю, смотри сам, все, не все тут на месте. Ну и как всегда, с вами был я, Костян. Семейство. И рубрика по ссылке от подписчиков. На канале это не диалоги, а рыбалки. Семейство как-то. Ну, все, сейчас все укладываем и обратно на стройку. Всем до новых встреч, друзья. Когда-то на реке. Да? Да.